Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече изучения Библии в рамках субботней школы. Тема великой борьбы, тема противостояния между Богом и сатаной затрагивает каждого из нас. И как важно понять и усвоить, как быть верными Богу, Его Слову во всех обстоятельствах, особенно когда жестокие преследования и санкции достигают каждого, кто желает поклоняться истинному Богу. Мы приглашаем вас быть не только зрителями и участниками этой программы, но призываем вас делиться познанием о Господе со своими многочисленными друзьями, близкими и родственниками. Помните, что когда мы активны в интернет-пространстве, нажимая кнопку «Нравится», «Поделиться», когда мы пишем комментарии, когда мы рассылаем ссылки на христианские передачи, круг людей, которые узнают о Боге и Его Слове, благодаря нашей активности, расширяется. И каждый, кто знакомится с Богом и Его Словом, этот человек обретает веру, а значит, спасение, значит жизнь вечную. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Станислав Бекчиу и Александр Молдавану, служители церкви. Добро пожаловать! Я рад вас видеть в этой студии. Сегодня мы слышим со средств массовой информации о том, как различные государства и союзы политические, используя экономические санкции как инструмент влияния, пытаются достигнуть какой-то цели. Сегодня хотели бы узнать о том, как в этом противостоянии союзов различных сил, объединенные для борьбы против Бога и Его поклонников, какие используются методы, санкции, способы, чтобы подчинить верующих, подчинить другой воле и свести их с верного пути. Прежде чем мы обратимся к книге Откровения и библии, другим библейским текстам Священного Писания, приглашаю, чтобы мы в смирении просили у Бога мудрости и руководства. Помолимся. Добрый наш Господь и Бог, наш милосердный Господь, мы склоняем наши сердца пред величием Твоим благодарностью за эту возможность открыть Твое священное Слово и питаться этим Словом. А также, Господи, мы благодарны Тебе за то, что сегодня через изучение Священного Писания мы можем говорить о том конфликте, который надвигается на эту землю. Поэтому мы прекрасно понимаем, что только тот, кто информирован, тот готов к этому конфликту или приготавливается к этому конфликту. И сегодня мы хотим попросить Твоей мудрости, понимания, чтобы мы тоже были готовы ко всему то, что готовится на этой земле. Мы отдаем себя в Твои любящие руки, благодарим и славим Тебя за то, что Ты пообещал нам, что будешь с нами во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Сегодня, обращаясь к книге Откровения, мы часто слышим от наших друзей вопросы о том, почему столько много в книге Откровения непонятных образов, таких как драконы, звери. Почему просто бы не написали о том, что за этим зверем одна сила, за этим образом другая, чтобы было ясно и понятно. Потому что люди, начиная читать Библию, и особенно эту последнюю книгу, они смущаются, видя столько непонятных образов пророчества, которые не всегда возможно им объяснить. Почему столько символов? Ну, в то же самое время Дмитрий Филиппович в первой главе книги Откровения мы находим такие слова, записанные здесь апостолом Иоанном. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и Он показал послав Онное через ангела своего своего рабу своему Иоанну, который свидетельствует и. Смотрите третий текст. Блажен читающий и слушающий слова пророчества Сего и соблюдающие написанные в нем, ибо время близко. То есть первая глава, первые тексты этой книги говорят нам о том, что читая эту книгу мы можем понять все, что в ней написано. То есть э, в самой этой книге мы можем найти не только образы, но и ключи к пониманию. Но а какова была цель э, авторов зашифровать э, ну, да, здесь наверное нужно посмотреть контекст э, этой книги. Да. мы знаем с вами исторический контекст этой книги, э, который говорит о том, чтоЮан, находился на острове Патмосе, он был в заключении. За что был в заключении? То там же первая глава говорит за слово Божье. То есть слово Божье было гонимо в то время и писать откровенно про те силы, которые гоняли или гнали слово Божье, это было опасно для жизни и, наверное. Был, была опасность в том, что это слово никогда не дойдет до широкого читателя. Поэтому Иоанн использует какие-то символы, и, и использует, использует какие-то метафоры, использует какие-то слова, э, которые, ну, как бы, э, читающим Библии могли бы помочь, чтобы они понимали. Mm -hmm. Потому что эти слова, эти символы, они тоже библейские. Mm -hmm. Нужна другая сторона вот этого вопроса. Цель Откровения — не звери, не государство, не люди, а цель — Христос. И Христос назван по имени. Разные имена, которые используются в Библии, Агнец, Лев и так далее и тому подобное, разные. Но и, и искренний читатель в, любом, в любой главе Откровения он может найти Иисуса и понимать, что это речь об Иисусе. Все остальное вспомогающая информация, что вот это будет, вот это будет, вот это случится, вот это произойдет. И когда мы видим, что это исполняется. Тогда мы видим за всеми этими силами э, того, кто заинтересован, чтобы людей. Э, и, 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 наверное, здесь я бы еще отметил э, одну очень немаловажную деталь. Мы говорим о надвигающемся конфликте. Э, мы говорим о конфликте между добром и злом, между Богом и Сатаной. Но мы как люди на этой земле э, не останемся в стороне. Этот конфликт нас обязательно затронет, и мы будем участникова участниками этого конфликта. Книга Откровения открывает нам того, кто победит в этом конфликте, и когда мы видим заранее, что будет впереди, нам очень легко будет принимать решение, а на чьей стороне mm -hmm. сможем быть в этом конфликте. И это очень важно, потому что когда ты знаешь, что тот за кем ты следуешь, а это авторитет для меня да, то конечно, я изберу путь, который поведет меня к победе. Спасибо. Помня о том, что мы не наблюдатели, но участники, нам предстоит сделать выбор, за кем идти, кому верить, кому поклоняться. Давайте вместе исследуем те библейские откровения, которые помогут нам и нашим друзьям определиться в том выборе, за кем идти. Книга Откровения, 12 Глава 17 текст. Рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Мы видим здесь брань, ярость, напряжение дракона, который идет, чтобы воевать и уничтожить тех, кто сохраняет заповеди. Почему такая непририм, ярость и такая непри, ненависть сил зла к тем, кто соблюдает заповеди? Фактически его ненависть, его злоба направлена не к тем, кто соблюдает заповеди, а к самому Создателю, к самому Хозяину этих заповедей, к Богу. И эта злоба еще с неба его наполняет. Но вот в Откровении мы приходим к тому времени, когда заповеди были попраны, были забыты и появилась группа людей, жена, да, жена — это церковь, верующих людей, которые раскрыли эту заповедь. И особенно раскрыли и четвертую заповедь, которая содержит имя Создателя, Творца. Вот. И вот здесь суть вот этой вражды, потому что эти люди начали распространять вот эту весть, начали показывать окружающим людям на самого Творца, который заслуживает поклонения, потому что э, мы ниже будем касаться да, долгое время, когда люди вообще не имели понимания о Боге, не имели Библии, не имели никакой информации. И вот появилась группа людей, которая конкретно говорит людям: вот это Бог. Вот он создатель, вот кому нужно служить. И тут понятное дело, что всю свою злобу он направит э, вот на эту группу людей. То есть, э, когда одно сообщество призывает других поклониться Богу, признать Его авторитет и указывать на библейские способы этого поклонения, то э, дьявол, да, э, делает, предпринимает все усилия, чтобы остановить э, распространение веру. истины о Боге. И... Говорят, говорят такое есть пословица. Э, друг моего врага – мой враг. И каждый, кто становится другом Иисусу, другом Библии, кто каждый, кто, врагом. каждый кто демонстрирует свою приверженность авторитета, авторитету Библии, Богу, тот, он должен понимать о том, что он становится непримиримым врагом сатане и силам сатане. И он будет встречать со своей э, э, желающей благо, жить благочестиво, они будут гонимы. И это Но было всегда. На, на, на самом деле, смотрите, что происходит. Когда мы говорим о последнем конфликте, мы говорим о конфликте между Богом и сатаной. Но в этом тексте мы видим, что дьявол вступает в брань с кем? Не с Богом он вступает в брань с последователями Иисуса Христа. Но на самом деле, как уже было сказано выше, дьявол через людей восстает против Бога. И, казалось бы, сильный в этой борьбе не равны Бог и дьявол. Но Бог мог бы сказать слово, и дьявол бы исчез. Но в то же самое время мы здесь замечаем одну очень важную вещь, а именно то, что дьявол знает уязвимое место Бога. А уязвимое место Бога — это Его дети, которых Он любит, которых Он сотворил и которым Он хочет дать вечную жизнь. И так как дьявол не может напрямую бороться против Бога, он борется против Бога через людей, через детей. Итак, этот текст, последний текст 12 главы, он был как вступление к той битве, которая Описывается подробно в 13 главе книги Откровения. Это середина э, книги Откровения, и тут решающая битва, объединение усилий. Э, о начертании зверя мы читаем сегодня очень много. Э, это спекуляции и статей о том, что такое начертание, э, печать. Э, мы в прошлой передаче говорили о том, что дьявол... Э, желая увлечь людей, которые верят в Бога и читают Библию, и хотят быть верными, используют обольщение, чудеса, спиритизм, то, что влияет на наши чувства, на наше зрение, на наш слух. И этому очень трудно противостоять, потому что ты видишь то, что убеждает, что это правда, хотя за это может быть ложь. А если это не действует? Вот если человек несмотря ни на все чудеса обольщения остается верный Богу, потому что у него есть Библия и он противостоит этому дьявольскому обману и обольщению. Какие еще используют дьявол приемы, кроме обольщения, чтобы сбить христиан с истинного пути поклонения? Что говорит об этом Библия? Да, к сожалению, книга Откровения нам очень четко об этом говорит, что в последнее время Кроме того, что люди будут обмануты, они будут и гонимы. Ну, наверное, это э, говорит о том, что сегодня в нашем мире свободный доступ к информации. Сегодня люди очень э, хотят знать о том, что происходит сегодня в мире, что будет происходить завтра, послезавтра и так далее. И хотим мы или не хотим, но э, люди сталкиваются, потому что мы живем э, в таком мире, где э, люди ищут какие-то духовные ценности в этом мире. И рано или поздно они с этим сталкиваются, они с этим прикасаются, и они задумываются. И есть люди, которые принимают решение следовать за Богом. И вот тогда, когда уже Бог, не, когда дьявол не может обманом людей притягивать к себе, тогда он использует другой метод. И этот метод называется гонение, то есть силу. Почему? Потому что, ну, вы помните, наверное, момент, когда имел место диалог между дьяволом и Богом в книге Иова. Да? Когда мы говорим о здоровье человека, когда мы говорим о его безопасности и так далее, то человек иногда готов отдать все за это. И дьявол об этом знает. И поэтому он использует эти гонения, потому что знает, что очень многие просто не выдерживают это, эти гонения. Ну а не выдерживает кто? Не выдерживает то, кто на самом деле, может быть, частично только знает Бога. Потому что история нам говорит о том, что те люди, которые доверяли Господу, они даже на смерть шли, воспевая какие-то псалмы и так далее. То есть вот дьявол знает это очень хорошо, и поэтому он пытается заранее предупредить все, сделать все, чтобы эти люди не оставались. Бога. Говоря о гонениях, какие формы гонения могут использовались ранее? И вот мы можем это читать предостережение в Священном Писании, мы можем помнить это из истории церкви, и какие формы гонения могут иметь место в наши дни, ну и в решающем конфликте. Но я, наверное, соглашусь с тем, что одна из самых серьезных, один из самых серьезных методов гонения — это свобода. Как бы странно ни звучало потому что когда человеку э, дается свобода но свобода не библейская э, а свобода э, в том понимании когда человек может делать все что ему хочется и поступать так как ему захочется вот эта свобода очень опасная потому что она уводит далеко от бога э, и ведет по пути который ведет к э, смерти но давайте я хочу прочитать несколько библейских текстов 16 глава второй стих евангелия от иоанна изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будут думать, что они тем служат Богу». То есть синагога – это было местом поклонения, где люди ходили и поклонялись Богу. Почему будут изгонять их оттуда? Почему? чтобы не дать возможность поддерживать друг друга. Я даже могу процитировать Евангелие от Матвея, 24 глава. Вы помните, когда Бог говорит, молитесь, чтобы ваше бегство не было в субботу. А почему в субботу? А потому что люди собираются вместе на поклонении. А потому что на этих поклонениях, на этих служениях люди поддерживают друг друга, они молятся друг за друга и так далее. Когда человек остается один, его очень легко э, победить. И только э, тогда, когда мы вместе, только тогда мы можем победить. Давайте я прочитаю еще нескольких текстов. Это Матвея, э, 10 глава, 10 глава, 22 текст. Матвей пишет следующий. Вот смотрите. «И будем ненавидимы всеми за имя Мое». За что дьявол гоняет сегодня людей? За имя Христова. Претерпевший же до конца спасется. Второе Тимофея. Еще очень интересный текст. Второе Тимофея. Так, на русском языке. Быстро сейчас открою. Второе Тимофея. Третья глава, 12 стих. Вот смотрите, что здесь написано. «Да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гоним. Что происходит вообще? Почему вот э, гонение э, против тех, кто остается верным Богу? И здесь объяснение только одно. Дьявол ненавидит Бога. Только, у меня только одно объяснение. Он ненавидит Бога, а это э, означает, что он ненавидит и тех, кто следует за этим Богом. Спасибо. А в 17 тексте 13 главы э, я читаю слова, э, которые очень такие довольно боли знакомые по форме, которую мы видим проявленной в современном мире, э, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени Его. Здесь пророчество указывает, что гонения им принимают форму таких экономических санкций, которые используются и сегодня, что те, кто не согласен с одной точкой зрения, их ограничивают возможности или покупать, или продавать, или вести какую-то деятельность. Как Возможно ли это? Как какую форму это может иметь против тех, которые следуют за Богом и верны ему принципам? Как дьявол будет использовать экономические санкции? Ну, да, вот ты как раз говорил, что экономические санкции. Что такое экономические санкции? Это когда кого-то ограничивают в чем-то. Когда мы говорим о духовной стороне вопроса, мы здесь говорим о том, что пишет Библия. А Библия говорит, что когда будут налагаться эти санкции, то тот, кто поклоняется Богу, он не будет иметь никакой возможности ни продавать, ни покупать. А что это вообще означает? А это означает, что мы живем с вами в материальном мире, и мы нуждаемся в том, чтобы питаться и так далее и тому подобное. Для того, чтобы питаться, нужно это где-то взять. А где взять? Мы обычно ходим на рынок, ходим в магазин и так далее. И поэтому дьявол будет налагать эти санкции. То есть э, запретит практически всем последователям Бога, чтобы они не имели эту возможность содержать себя. Ну как это возможно? Если у меня есть деньги, я захочу пойти купить хлеб, то кто может мне в этом помешать? Если, если у тебя есть деньги. Да, но я как, том, как раз об этом дело хотел в том, сказать. Что все ведется к тому, чтобы у тебя и у меня не было денег. И, если бы мы об этом говорили, может быть, лет 5-10 да. назад, не настолько очевидно было бы. Но сегодня мы же видим, что происходит сегодня в мире. Сегодня очень сильно, очень много говорится об электронном кошельке. Да, то есть мы приходим к тому, что уже физических как таковых денег не будет. Но это очень удобно. Это тебе, очень удобно. Э, тебе не нужно носить э, монеты в, в кармане. Тебе достаточно приложить э, карточку или телефон, и ты имеешь доступ и э, к общению, и к транспорту, и к заправкам, и оплату да. коммунальных услуг. Филиппыч, тебе я, не я... нужно никуда ходить, не тратить время. Э, э, и, и я просто прошу да. прощения, я хочу э, просто мысль одну. Вы знаете, сегодня мы уже столкнулись с тем, что в этом мире есть люди, которые себя. А что это за чип? Я буквально вчера даже читал. В этом чипе, который является с рисовым зернышком, вводится в тело человека, и на этом чипе вся информация о тебе. Да, ты приложил То есть руку твоя, медиц... и твоя медицинская карта, твой банковский счет твои долги, штрафы и так далее, да. это очень удобно. И тебя никто не может ограбить. Тебя не, никто не... В чем проблема тогда? Проблема в том, что <coughs> это становится доступным мировым или властям, будем так говорить. И когда э, ты будешь против идти против этой власти, то нажатием одной кнопочки. Тебя могут отключить практически от жизни. И вот это является санкциями, когда угу. ты просто не сможешь выжить. То в есть этой... ограничение в этих прав. Когда в нашей молодости да, мы носили деньги при себе, ну и сейчас еще да, есть да. вот эта возможность, да. никакой человек никогда не носит с собой все свои деньги. Некоторые я, прячет. Я, я, случай одного, одного человека ограбили, забрали портмоне. И он сразу очень опечалился, а потом говорит: Боже, я благодарю тебя, что забрали только то, что в кошельке было, а там еще есть где-то, да. А, а вот к чему ведется сегодня очень опасно, потому что, как было сказано, одним нажатием одной кнопки заблокировали твой счет, и у тебя забрали все. И еще очень важный момент, очень важные мысли хотел бы поделиться. Если в прошлом дьявол убивал людей, помучил, помучил и убил, и все. Но вот при этом случае не продавать, не покупать. Он более продолжительное время давит на сознание человека. И сегодня ты хочешь кушать, но не имеешь чего. И завтра, и послезавтра. И быстрее он может сломить человека и сказать, все, я уступаю. Да, поэтому он использует всякие рычаги, чтобы только разлучить человека с Богом. Нажать кнопки ставить тебя перед выбором. Ты на чьей стороне? То есть... Зверь использует обман, а если не удается, то силу и принуждение героя одного известного в прошлом фильма делился с другим героем этого фильма о том, что он убедил принять предложение и это спрашивает: говорит, а как? ты смог его убедить э, встать на твою сторону. Mm -hmm. Я ему сделал такое предложение, от которого он Много не отказаться. мог отказаться. А, но он делал это предложение, приставив а, к виску пистолет. пистолет. И человек под угрозой а, смерти, он был вынужден а, согласиться. И вот этот метод а, использует а, силы зла чтобы сделать такое предложение, такие использовать давление, обстоятельств, что когда человек даже, может быть, в дом не сможет выйти, потому что электронный ключ не будет срабатывать, позвонить не сможет, чтобы кто-то ему помог из родных и близких, заправить машину или даже сесть в эту машину, потому что она не будет реагировать на электронный ключ, который будет заблокирован. И тогда человек будет вынужден принять те принципы, нормы поведения, поступок, которые будут навязываться. Откуда появляется этот зверь? Кто дает власть этому зверю действовать таким образом? Ну, в 13 главе Откровения, в первом стихе, Бог ясно говорит, что этот зверь выходит из моря. Да? Он получает силу самого дракона, Дракон, кто такой, уже те, которые читают Библию, мы все прекрасно понимаем, что это сам дьявол, сатана. А вот этот зверь, который выходит из моря, да, дракон дает ему эту силу. Что это за зверь? История нам ясно говорит, что дьявол в этой области очень усердно работал через языческий Рим. Он дал власть, дал силу, да, дал способность действовать, дал престол свой. Да, и когда э, император Константин э, перевел свою, свой трон в Константинополь, да, он этим самым дал возможность римскому епископу возвысить себя над всеми людьми и над самим Богом. И то, что решал епископ, то и состоялось. Да. Поэтому вот таким образом появилась власть, которая занимала место Бога и которая от имени дьявола заставляла людей поклоняться самому врагу. Здесь говорится в книге Откровения о том, что это власть религиозная, которая э, резиден, имела резиденцию в городе Риме, она э, действует богохульно. Э, имена богохульные, Шестой стих, «Хула на Бога, хулит имя Его». Э, в чем суть богохульства зверя? Но, э, Библия дает нам и ответ на этот вопрос. Давайте откроем 10.33 Иоанна и посмотрим, что... Какое определение дает богохульству Евангелие от Иоанна? 10 глава, 33 стих. Ну, наверное, для того, чтобы это понять, нужно немножко выше читать. В 30 тексте Иисус говорит «Я и Отец одно». И это вызвало бурю негативных эмоций в тех, кто слушал его. И вот 31 текст говорит, тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. И вот что отвечает Иис, э, иудеи. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. То есть что означает богохульство? Это означает, когда ты присваиваешь себе божественные качества или прерогативы, атрибуты. Да? А в этом случае Иисус претендует на то, что Он сам Бог. Есть еще один текст, который находится в книге, в Евангелии от Луки. Это 5 глава, 21 стих. Давайте прочитаем, посмотрим, что Лука Говорится здесь: книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? То есть здесь идет речь о том, что Бог имеет право решить наши греховные проблемы. И что что происходит э, э, в книге Откровения? А происходит следующее, потому что Иоанн предоставляет нам этого зверя, который присваивает себе вот эти божественные прерогативы. То есть он э, претендует на Божий престол, и он претендует на то, что он имеет право прощать грехи людей. Какая религиозная организация? Вы говорили о том, что это религиозная организация, которая имеет определенное географическое положение, появление, это Рим. Вы говорите о том, что она называет, берет на себя прелегативы Бога, представляет как Бог, и как Бог что она делает, что может быть богохульством? Но, и какая-то может быть религиозная организация. Я сейчас не хочу углубляться в пророчество, да, потому что пророчество четко и ясно идентифицирует этого зверя. Но если мы посмотрим на то, что происходит сегодня в мире, то только одна религиозная организация претендует, претендует на это, это Католическая церковь. Это система. Почему? Потому что именно католическая церковь в свое время покушалась на Божий закон она изменила четвертую заповедь. Вместо того, чтобы поклоняться в субботу, так как говорит Библия, она претендует на то, что имеет власть поменять это. И сегодня мы видим, что весь мир поклоняется, весь христианский мир, к сожалению, поклоняется не в субботу, как говорит заповедь Божия, но поклоняется воскресенье. Лично я по телевизору, это было, конечно, давно, наверное, лет 20 или не больше, я лично видел по телевизору выступление католического священника, который говорил, что он имеет право прощать грехи. И смотрите, что происходит сегодня. Мы видим, что Папа Римский дает такое уполномочие священникам церкви, что они имеют право прощать грехи. Тогда, когда Библия говорит, что нет. Единственный, кто может прощать грехи, это Бог. Спасибо. Мы читаем также в книге Откровения, 13 главе, о том, что этой религиозной власти, которая представлена первым зверем, выходящим их из моря, даны уста, говорящие гордо, богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Что это за период, когда зверь злоупотребляет своей властью? Но ну, это известный период в истории, да, под названием темное средневековье, когда вот эта власть сделала все возможное для того, чтобы ограничить возможность людей в понимании Бога. Вот эта система религиозная, да, папская система, которая вела всем, всем этим процессом, да, они пользовались огромным влиянием, не только религиозным, но они получили, как мы говорили, и престол и получили и гражданскую власть, да, политическую власть, и... Эта власть сделала все возможное, чтобы уничтожить людей, чтобы уничтожить Слово Божие. Да, кому интересно открыть нет Google и посмотреть темное средневековье, и там все их козни показаны. Но мы видим, что вот эта власть имеет время определенное. После этого оно должно приостановиться. И тут исполняется описание Откровения 10 стих 13 главы, который говорит, кто ведет в плен, тот и сам пойдет в плен. И э, история говорит, что э, нанесена рана, э, был взят в плен э, вот тогдашний папа, и этим приостановилось и его действие. потому что на смену должен быть другой зверь Да но говорится что у этого а, вот эта раность смертельная она была исцелена то это... есть не настолько она была смертельна если она была исцелена она была смертельна но исцелена и в чем это да. появилось? Как это исполнилось, исцеление от раны? Если был введен в плен и закончился этот период, то в чем проявилось исцеление раны и восстановление влияния и силы этой религиозной системы? Да, но как раз вот книга Откровения, 13 глава, говорит не только об одном звере, она говорит и о другом звере. Другой зверь, он выходит уже не из воды, а выходит из земли. Мы с вами знаем, потому что Библия сама объясняет себя, когда мы говорим о водах, мы говорим о народах. Да? Когда мы говорим о, о земле, то мы или эта земля представляет малочисленные районы мира. Что это означает? Это означает, что вот этот зверь, второй зверь из книги Откровения, он появляется ближе к концу пророческого времени. И когда мы смотрим в историю, мы этого зверя идентифицируем с одной единственной страной. И это Соединенные Штаты Америки. Потому что какие она соответствует... основания у вас для такого вывода? Где вы в Библии находите Но на это... Давайте посмотрим показания? цифры. Когда приобретает известность и авторитет э, — это часть мира, это страна. Это 1798 год. Понимаете, именно тогда, когда первый зверь получает смертельную рану. И именно второй зверь, вот смотрите, э, в 1787 году они получают, э, принимают свою конституцию, и они признаются как мировой державой. Это очень интересно, это конец XIX века. И Иоанн в 13 главе, 11 стихе книги Откровения, он как бы продолжает и говорит, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. И когда мы смотрим историю возникновения Соединенных Штатов Америки, мы можем увидеть, что практически она возникла на религиозных ценностях то есть те, которые убегали из Европы в Соединенные Штаты Америки, я как-то читал даже книгу, и в этой книге говорили, что десятки лет там не было зарегистрировано ни одного преступления. То есть это люди, которые боялись Бога, и это говорит или это идентифицирует эту страну, эту территорию с агнцем, у которого да, два рога и говорит как агнец. То есть ничего преступного, никаких гонений, никаких проблем и мы с вами знаем из книги Даниила, что означают роги вообще. А роги означают власть. Это означает сила. Да? И в отличие от первого зверя, у этого зверя нет диадем на рогах, о котором пишется про первого зверя. Что это значит? И это обозначает два основных руководящих принципа. Что это за руководящие принципы? Первые – это или источник могущества этой страны. А кто могущество? то источник. Это Бог. Потому что Бог был с ними. Он помог им попасть и религиозная свобода. Человек мог свободно высказаться, мог свободно верить во что он хотел и как он хотел. Поэтому эта страна, любая другая страна, она не соответствует этим описаниям. И только эта страна, только Соединенные Штаты подходят под это описание. В нашем обществе устойчивое понимание о том, что США ⁇ это страна возможностей, страна свободы. Это место, куда протестанты э, скрывались от преследования. И сегодня то же самое да, происходит, да? Э, от, религиозной, от религиозного преследования, э, где есть демократия, где есть возможность выбирать и верить во что хочешь. Как э, может быть э, вот это э, образ вот этого зверя, э, который имеет ангчие рога? Указания на христианство. Говорится: написано, что Он говорит как дракон, что значит, что США говорит как дракон и какую роль США сыграет в конфликте между Богом и Сатаной? И вот в этой Троице дракон, первый зверь папство, третий, второй зверь третья сила это США, и вот эти три силы объединенные, дьявол ими руководит, это его представители, религиозная власть, которая меняет, государственная власть, которая заставляет эти законы исполнять. Какую роль США сыграет вот в этом противостоянии? Видите, благодаря тому, что это государство имело такое влияние, как Агнец, и говорило, как Агнец, и давало всем людям свободу и политическую, и религиозную, Фильм. потому что все преследованные люди, то ли за религию, то ли за политику, они там находили убежище, и они находились в безопасности благодаря этому она получила большой авторитет, очень развива, развитие большое. И, конечно, у кого деньги, у того сила, и получила и, и власть. Но беда в том, что э, можно, я думаю, сказать, и ни для кого не секрет, что вот это, этот Агнец уже начинает… Э, по крайней мере, издалека говорить как дракон. Разные санкции, разные преследования. Он начинает себя показать с другой стороны, потому что он получает власть у первого зверя, он получил и власть религиозную, и политическую, и дальше он уже попытается заставить людей поклониться первому зверю в каком плане, чтобы они признали те принципы поклонения, которые э, представлены первым зверем. А для того, чтобы заставить весь мир подчиняться тем принципам, нужно отказаться от тех принципов, которые были в начале у, у этого зверя. И э, уже история, и это происходит на наших глазах, как уже было сказано, что для того, чтобы влиять на весь мир, а в Америке есть такая тенденция влиять на весь мир, и мы видим, что они везде, и они повсюду, и они считают, что они миротворцы э, в этом мире и так далее. И вот именно этот факт и приводит их к тому, что они отказываются от тех ценностей, которые были проповеданы раньше, и они э, принимают ценности первого зверя. То есть, то э, есть давление, э, э, гонение, э, санкции и так далее. То есть те, кто декларирует свободу совести, свободу религии, используя экономические военные рычаги влияния, узурпируют и принуждают людей поступать вопреки своим да. убеждениям, своим взглядам, потому что есть давление, есть напряжение, и в последнее время это примет особую форму и будет особое напряжение в этом. Но вы видите, вот как бы странно ни казалось, читая Библию сегодня и видя то, что происходит, мы не можем не соглашаться с тем, что Соединенные Штаты влияют на всю мировую политику. И, и мы это видим. И что они делают? Э, они делают, чтобы живущие на Земле э, поклонялись первому зверю. И мы сегодня видим это люди, которые занимаются исследованием, они просто удивлены тем, что происходит, потому что в сегодняшнем Конгрессе уже большая часть конгрессменов это католики. Мы с вами помним, что в 2015 году, да, когда говорили о конце света, впервые в истории человечества папа выступил перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. То есть мы видим, как эта страна, она приобретает вот этот образ, образ зверя. Спасибо. Ну и последний вопрос. Как остаться верным? Кто и как может остаться верным Богу, когда наступает этот кризис, когда преследование, когда санкции, когда э, давление, как человеку, который читает Библию, любит Бога и хочет жить по этой Библии, когда он чувствует вот это преследование, угнетение, как ему остаться верным? Дмитрий, в вашем вопросе вы ответили на этот вопрос. Чтением Библии имея личные тесные общения с Богом постоянно, наблюдая за тем, что происходит вокруг, но оставаясь всегда на связи с Богом, не э, поставить и э, с, это самое, отключить и интернет небо, оставаться верным, слушать, что говорит Бог каждый день, упражняться в этом, и тогда все закончится. Что дьявол поддержка. предлагает сегодня? Дьявол сегодня предлагает мир всему миру. Дьявол сегодня предлагает э, всему миру э, богатство, э, благополучие и так далее. И ему удается, используя вот эти рычаги политические, э, санкционные, ему потихонечку удается. Но смотрите, что происходит, что есть люди, которые знают истину. Их мало. Они в меньшинстве, 12-17, текст, который мы прочитали в начале, там говорит, что это остаток, но этот остаток будет оставаться верным до самого конца. А каким образом? Каким образом? А там написано: они остаются верными соблюдателями заповедей Божьих. То есть, а в заповедях Божьих это есть принцип всей жизни. Поэтому для того, чтобы выдержать этот натиск, для того, чтобы быть победителем в этой войне. Хотя нас и будет меньше, но мы знаем, что наш э, э, командир или наш э, Иисус Христос, Спаситель наш, Он поведет к победе. Спасибо. Дорогие друзья, Библия предостерегает о том особом времени, особом надвигающемся конфликте, когда будет угроза, что верных Господу лишат физического хлеба. Но никто не может лишить духовного хлеба общения с Господом. Могут быть ограничены возможности общаться по интернету, по мобильной связи с другими, но никто не лишит возможности всегда и, и в любых обстоятельствах общаться с своим Господом. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди и имеющих веру в Иисуса, указывает Книга Откровения. Призываем вас оставаться верными Господу, соблюдение Его воли, Его заповеди, сохранять веру Иисуса Христа, полное доверие Господу и Его Слову, несмотря и независимо на те обстоятельства, которые могут вас окружать. Помолимся об этом. Наш добрый, любящий Бог, благодарим Тебя за этот урок, за это исследование, и молим Тебя, Господи, помоги нам быть в тесной связи с Тобой. Помоги соблюдать заповеди Твои, приложить усилия, понимать их глубже и оставаться Твоими детьми, что бы то ни случилось. И когда надвигается апогей этого кризиса, Господи, помоги нам всегда быть наготове, лучше пострадать, лучше чего-то терять, но оставаться Твоим сыном и дочерью. Молим за наших слушателей. Помоги нам глубже исследовать Слово Твое, искать всегда в ней защиту и помощь, чтобы Ты прославился в нашей жизни и чтобы однажды в день Твой Ты мог прославить своих детей и, и нас вместе в Царстве Твоем. Во имя Спасителя наша молитва к Тебе. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за ваше участие и внимание и приглашаем вас быть участником следующей передачи. Помните, что в великой борьбе между добром и злом нам каждому нужно принять решение, на чьей стороне мы будем. Пусть Господь благословит вас, ваших родных и близких. Всего доброго, до встречи, до свидания.